I'm a killer, I'm a savage, been that way since the beginning. Me and Twizzy really spitters, why the hell is y'all pretending? We just youngins on the loose, ain't no need for apprehending. And we never second guessed it, cause we always had a vision. I'm a beast, I'm a dog, tell me what's the plan of action. When I tell you that I want it, pull them out like Janet Jackson. Put your name on the boat, but you know I'm still a captain. When the liquor's in my system, baby, anything can happen. Got the west side of this boot. Stress out for this. Got that cold blood in my veins like a reptile in this. Gotta make room for my team. Don't get exiled in this. Trying to find Mr. Right and get you left out of this. Yeah. I've been trying to find my way back home. I've been riding down this road too long. Yeah, mama, I'm coming. I'ma keep running and running. I'm a champion. I'm a champion. Меняющие правила игры. Соперник бьет ножом, я ставлю блок кистями рук, и моя рука сразу же идет вниз, вот так. Вот уже более 15 лет я обучаю боевым искусствам личный состав американской морской пехоты, службы федеральных маршалов, подразделений спецназа, морских котиков и ряда других. Идет удар. Я парирую его вот так. Далее есть варианты, вот так или так. В смешанных единоборствах почти все эти приемы запрещены. Я направляю дуло в нужную сторону. Всем видно? Эти приемы входят в число самых эффективных и опасных в условиях реального боя, будь то самооборона. Если я здесь... В уличной драке, на себя его и удар коленом, или на войне. Прямо в трахею, удар коленом, шаг назад, проворот. Ствол выпадает из руки. Хорошо, для всех них это вопрос жизни и смерти. И делиться этими знаниями для меня большая честь. А ну-ка, Джеймс, покажи мускулы. Ну-ка, покажи. Молодец. Так, а теперь еще раз, и еще. Вот так. Молодцом. Богатырь. Джеймс. Он был прямо настоящим непоседой. С ним сладу не было. Джеймс. Его учитель говорил нам. Я даже не знаю, как его утихомирить, ведь он такой, ну... Не то что забияка, он такой... Непоседа. Да, да, непоседа. Наверное, так будет точнее. Как-то раз я отвел его на один из уроков кёкушинкай. Это такой очень жесткий стиль карате. Там все более дисциплинировано и организовано. От карате он стал спокойнее, и с тех пор уже не мыслил без него свою жизнь. В детстве его кумиром был Брюс Ли. Плакаты с ним висели у Джеймса в спальне. Мало кто из пацанов тогда не мечтал стать мастером кунг-фу, чтобы побеждать злодеев везде и всюду, и я не исключение. Но когда я был подростком, на меня напали на улице и избили. Я понял на себе, что такое настоящая драка. От всех отточенных приемов карате, которые я отрабатывал годами, толку оказалось ноль. Уже потом я узнал, что когда Брюсу Ли было столько же, сколько и мне, с ним произошло то же самое, после чего он посвятил свою жизнь постижению тайн самообороны. Ли изучил целый ряд боевых искусств, извлекая из каждого только самое ценное. Его философия была проста. Изучи свой собственный опыт, впитай из него полезное, отвергни то, что бесполезно, и добавь то, что имеет отношение непосредственно к себе самому. Вооружившись этой философией, я поклялся пойти по стопам Ли.
15 лет спустя у меня, обладателя уже 5 черных поясов, появилась возможность проверить свои навыки на практике. Отличная комбинация от Уилкса. Да. Джонсон контратакует. Как работает коленями Уилкса? Джонсону уже непросто. Уилкс атакует. Уилкс проводит удушающий прием. Джонсон в захвате. Ладонь. Все, он хлопает ладонью. Джеймс Уилкс, чемпион UFC. Все, невероятно. За секунды до окончания Джеймс Уилкс показал блестящий бой. И титул чемпиона UFC достается Джеймсу Уилксу из английского города Лестер. А потом я получил травму. В спарринге с будущим чемпионом в тяжелом весе я получил разрывы связок в обоих коленях. Бои и работа тренера мне не светили минимум полгода, и я на 1000 часов погрузился в чтение научных статей по спортпиту и восстановлению. Я искал любую возможность вернуться в строй как можно скорее. Тогда-то я и натолкнулся на статью о римских гладиаторах. Кладбище гладиаторов в Эфесе — единственное с таким количеством захоронений. На нем археологи обнаружили останки не менее 68 гладиаторов. В рамках исследования было изучено более 5000 костей. Изучение поперечных срезов показало высокое содержание минеральных веществ, что говорило об интенсивных тренировках и качественном питании, необходимых для формирования сильных мышц и крепких костей. По этому питанию гладиаторов из захоронений назвали гордеарии, то есть поедающие бобы и ячмень. Как известно, вид диеты сказывается на том, сколько в костях откладывается стронция. У вегетарианцев стронция больше, у тех, кто ест животную пищу, меньше. В случае низкого содержания стронция в образце пламя останется голубым. В случае же высокого, пламя изменит цвет с голубого на красный. В массе своей гладиаторы были вегетарианцами. Это был полный вынос мозга. Гладиаторы были ценными бойцами, у которых были лучшие наставники и врачи в Римской империи. То, что профессиональные бойцы питались в основном растительной пищей, шло вразрез всем моим познаниям о спортивном питании. А сейчас, леди и джентльмены, единственный и неповторимый Супермен. Джеймс, а Супермен ест мясо? Да. Ест? Ест. А теперь скажи, а что дома на ужин ешь ты? То же, что на обед, только еще яйцо и баранью котлетку. А как ты думаешь, остальным детям тоже нужно питаться, как ты? Да. Чтобы расти сильными? Знаменитый Конор МакГрегор. Даже в UFC эта идея, что сила приходит от мяса, стала центральной для одного из самых ожидаемых боев в истории спорта. Между Конором МакГрегором, чемпионом мира в двух весовых категориях, и Нейтаном Диасом, что согласился на бой лишь за 11 дней, после того, как соперник МакГрегора предпочел сняться. МакГрегор ел мясо как на убой. Каждый день я ем стейки. Стейки на завтрак, на ланч, на второй завтрак, из отборной мраморной говядины с утра до вечера. Диас же налегал на овощи. Жуйте овощи! МакГрегор уже предвкушал победу. Ну что, поглядим, на что он способен. Я буду как лев. Сожру твою тушку заживо, и твоим травоядным дружкам останется лишь глазеть через прутья. МакГрегор был типичным продуктом стереотипов своего времени. Бьешь как вегетарианец. Мне стало интересно, а есть ли еще спортсмены мирового класса, что не едят животной пищи? Первым я наткнулся на Скотта Джурика, одного из величайших ультрамарафонцев в истории. Он участвовал в марафонах на сверхдлинные дистанции по пересеченной местности и побеждал в самых престижных соревнованиях, таких как ультрамарафон Бэдуотер на 215 километров в долине смерти, где температура может достигать 55 градусов.
Я готовился к забегу на 160 километров в Western States в ультрамарафоне, это как суперкубок. Тогда я и начал переходить на растительную пищу. Помню, что еще за неделю до марафона я все подумывал, не стоит ли снова взяться за мясо. Но после того, как я пробежал первым от старта до финиша, а потом 7 лет подряд побеждал, сомнений не осталось. Победам я обязан растительной пище. Я приехал к Скотту, когда он готовился к своему самому серьезному состязанию. Спасибо, что нашел время. За время пути мне не обойтись без еды. Прокачав выносливость в однодневных марафонах, Скотт поставил своей целью стать рекордсменом прохождения Апалачской тропы дистанцией в 3500 километров. Моя цель — побить рекорд. 46 дней и 11 часов. Вперед, намен! Две марафонские дистанции в день по пересеченной местности. Ежедневные подъемы и спуски в общей сложности более чем на 3 километра, один за одним, один за одним. Таких нагрузок у меня раньше и близко не было. Когда Скотт пустился в путь, я не понимал, откуда у него без мясной пищи возьмется энергия. За ответом я отправился к Джеймсу Лумису, командному врачу, который принимал участие в двух чемпионатах по бейсболу и американскому футболу. На момент моего прихода игроки питались по давно устаревшим диетам. Например, типичный обед тех же футболистов перед игрой состоял из стейка и цыпленка. Ориентация на максимально высокобелковое питание исходила из идеи, что белок необходим для восполнения потерь энергии. Однако это не так. Основным источником энергии во время физических нагрузок выступают углеводы в форме гликогена, который запасается в мышцах. В том же случае, если основным источником калорий в пище выступают не углеводы, а белки, запасы углеводов в форме гликогена со временем истощаются, что чревато хронической усталостью и исчерпанием резервов организма. Мне стало интересно, как появилась на свет концепция «мясо – источник энергии». Это привело меня назад в 18 век. Тогда один известный немецкий химик предположил, что источником энергии мышц выступает животный белок, а вегетарианцы на длительные нагрузки не способны. Идеи Либиха укоренились настолько, что даже легли в основу первых рекомендаций МСХ США по белковому питанию. Позже ученые доказали, что эта теория ошибочна, а основным источником мышечной энергии выступают углеводы растительного происхождения, но было уже поздно. Идеи Либиха о мясе и энергии успели распространиться по всему свету. Но с ними были согласны не все. Уже в 1908 году спортсмены-вегетарианцы начали брать первое олимпийское золото. Мэри, вы еще придерживаетесь вегетарианской диеты? Да, в полной мере. И по-вашему, она идет вам на пользу? Да, все успехи от нее. И золото достается Эдвину Мозесу! Победа Льюиса, а с ней и новый мировой рекорд. Своим лучшим достижением в 30 лет я обязан тому, что перешел на веганскую диету. Еще никому не удавалось взять на Олимпиаде золото в таком возрасте. Но были также и действующие чемпионы. Морган Митчелл из Австралии, двукратная чемпионка в беге на 400 метров. А вот и Морган Митчелл. Какая скорость! Бег на 400 — это ох, как непросто. Первые 200 все решает скорость, а последние 200 — выносливость ног. Результат изнурительных тренировок. Ну а на последних 50 остается лишь молиться, ведь мышцы работают уже на пределе. Тут место лишь самым выносливым. Она также представляла Австралию на Олимпийских играх 2016 года. Когда я стала веганом, многие качали головами, но моя энергоотдача неплохо так выросла. А уровни гемоглобина, витамина B12, ну всего, что якобы должно было стать в дефиците, были что надо. Даже уверенность появилась. Ну все, теперь я всех обгоню. У себя в Австралии мы все друзья, но все равно было круто. Весь домашний сезон — одни победы. Ну и вишенка на торте — это победа в чемпионатах. Морган Митчелл лидирует с большим отрывом. Была среди них и Дотси Бауш, восьмикратная чемпионка США по велоспорту, двукратная золотая медалистка панамериканского чемпионата. В велосипедном спорте требуется выдавать большую силу в рывке. Так, девушки, вперед! На старте нужно быстро ускориться с нуля, а возможности стартовать с пониженной передачи нет. Нужно уметь разогнать массу велосипеда вместе с собой до нужной скорости за 3/4 длины трека. Я тренируюсь по 6 дней в неделю, езжу по серпантинам вверх и вниз, минимум 4-5 часов в день. Выкладываешься по полной на треке, а потом в спортзале. Я выросла в Кентукки, где по традиции делают мясную запеканку, барбекю и вообще едят мясо. Так что, когда я решила полностью перейти на растительную пищу, то даже были мысли, что все, мне конец.
Но вместо этого я стала прямо как машина. До этого я жала в жиме ногами лежа 135, а теперь жму 260. В 5 подходов по 60 раз. Чтобы приводить в движение такой вес, одной энергии мало, нужна еще и сила. Другими словами, белок. Я не мог поверить, что Дотси, да и вообще любому человеку, для этого хватит белка исключительно растительного происхождения. Как по мне, едва ли не самым большим мифом в области спортивного питания является то, что для наращивания веса, силы и результатов требуется животный белок из того или иного вида мяса. Это попросту неправда. Источником всего того белка, который поступает в ваш организм со съеденным стейком или гамбургером, являются растения, которые едят коровы. То, что источником всего белка служат растения, для меня было открытием. Как оказалось, коровы, свиньи и курицы — лишь посредники. Крупнейшее исследование поступления питательных веществ для потребителей мясной и растительной пищи показало, что последние в среднем получают белка даже на 70% больше необходимого. Даже такие, как я, кто не отказывается от мяса, до половины белка получают с растительной пищей. Но спортсменам нужно больше белка, чем обычным людям. Однако после анализа результатов исследования я понял, что с учетом количества потребляемых калорий, мне более чем достаточно белка для поддержания мышечной массы и набора новой. К примеру, в одной чашке вареной чечевицы или в сэндвиче с арахисовым маслом примерно столько же белка, сколько в 80 граммах говядины или 3 крупных яйцах. Но как быть с качеством этого белка? Разве растительный белок не уступает животному? Белки — это последовательности аминокислот, часть из которых в организме не вырабатывается. Эти незаменимые аминокислоты организм должен получать с пищей. Один из доводов в пользу животных белков по сравнению с растительными заключается в том, что в последних присутствуют не все незаменимые аминокислоты. Это также не более чем миф. Другим открытием для меня стал тот факт, что все необходимые аминокислоты в том или ином соотношении есть в любом растении. Что же касается набора силы и мышечной массы, то исследование, в котором сравнивался животный и растительный белок, показало, что при употреблении аминокислот в нужном количестве их источник роли не играет. В теории все звучало прекрасно. Но все спортсмены, которых я до того встречал, были довольно поджарые. И если потребление больших количеств белка с растительной пищей проблемы не составляет, то где тогда здоровяки? На Олимпийских играх 2012 и 2016 года Кендрик Фаррис был единственным представителем мужской сборной США по тяжелой атлетике. Поднять штангу по-олимпийски значит вознести ее над головой в 1-2 стремительных рывка. Таких, что стремительнее некуда. Когда я перешел на растительную пищу, были вопросы типа: «И как ты теперь будешь поднимать такие тяжести?» Мне говорили: «Раз ты будешь жевать траву, откуда силе-то взяться?» И когда я готовился к своим третьим играм, то знаете что? Я побил 2 американских рекорда. Я победил на панамериканском чемпионате. В голове было: «Ну и ну, давным-давно надо было так сделать. Нет бы пораньше вопрос изучить». И Кендрик не был исключением. За 8 тысяч километров нашелся другой тяжелый атлет — Патрик Бабумян. Патрик — один из сильнейших людей на планете. Ему принадлежит ряд мировых рекордов, в том числе в удержании тяжести на весу, в поднятии кеги и поднятии бревна. Как один из первых силачей в мире смог так раскачаться на одной лишь растительной пище, без мяса, без молока, без яиц? Патрик! Бабумян! Тренируюсь я в основном дома, так выхлоп больше. Как-то раз меня спросили: «Ты прямо настоящий бык, как ты набрал такую силу? Ты же не ешь мясо». А я ответил так: «Ты хоть раз видел, чтобы бык ел мясо?» С мясом я завязал в 2005-м. До этого я весил 105 килограммов. А сейчас я вешу 130. За это время я установил 4 мировых рекорда. Так что за счет отказа от мяса я стал сильнее и больше. Значит, я встаю под эту конструкцию? Да. Вот так. Тут самое главное, чтобы спина была идеально прямая. Поднимай. Еще. Давай.
Конструкция весит 300 кило. Я не смог сдвинуть ее ни на миллиметр. Никак. Словно она была прикручена к земле. А для него это лишь разминочный вес. Какова реальная сила Патрика, сложно даже представить. Она граничит со сверхчеловеческой. Когда я приехал к Патрику, он готовился побить мировой рекорд в области переноса тяжестей человеком. Для этого Патрику необходимо пронести груз в 550 килограммов, что составляет вес лошади, на расстояние в 10 метров. Если эту конструкцию нагрузить весом за гранью разумного, то когда будешь переставлять ноги, переносить весь вес с одной на другую, нет-нет, да и почувствуешь, что кости вот-вот хрустнут. На состязаниях силачей это едва ли не самый опасный конкурс. Бой начинается! Когда Нейт Диас зашел в октагон для схватки с Конором Макгрегором, ставки в Вегасе на победу Диаса были 4 к 1. И вновь неотразимый правый хук. Левый хук. И еще один хук венчает комбинацию. Диас вынуждает соперника сдаться. Есть. Все. Есть удушение. Победа. Нейт Диас. Диас победил. Нейт Диас победил Конора Макгрегора. Я просто потрясен. Нейт Диас, вы только что потрясли мир. Вам понравилось? Еще бы. Я на это и шел, чтоб вас всех. Да, это оказалась горькая пилюля, но в этой схватке все решала энергия, и у меня, у него с ней все было лучше. За 9 дней до боя я начал есть по 2 стейка в день, и для меня это оказался нож в спину ниже пояса. Это был самый неожиданный исход боя в истории UFC, и, как я выяснил, Нейт не единственный боец, не употребляющий животной пищи. Я завязал с мясом где-то в конце 2012-го. Ем такие овощи, про половину которых в детстве не слышал. Про спаржу вот только 5 лет назад знал. Ну, понимаете, в детстве, если бы кто сказал про спаржу, так я бы ему: «Спаржа — это что? Ты про что вообще?» Дженнингс, претендент на звание чемпиона в тяжелом весе. Известность ему принесли 12 раундов с легендой бокса Владимиром Кличко. Мое детство прошло в Филадельфии. Там из овощей мы ели разве что капусту да шпинат в банках. А так, как и все, жареную курицу, папайес да KFC. Меня обычно спрашивают: «Откуда ты белок-то берешь?» Можно подумать, в KFC кто-то особо смотрит меню на обороте. Типа, сколько там белка? Ну, не знаю. Так разобраться мало кто в курсе, что он ест. Так я увидел проблему в новом для себя аспекте. Каков состав того, что я ем? Ответ на этот вопрос должен был дать эксперимент доктора Роберта Фогеля, сопредседателя подкомитета NFL по сердечно-сосудистым заболеваниям. Результаты спортивных состязаний в значительной мере определяются тем, что перед ними ел спортсмен. От еды напрямую зависит, насколько выполняет свою функцию эндотелий. Эта ткань, выстилающая кровеносные сосуды, регулирует кровоток в организме. В зависимости от потребности того или иного органа или группы мышц в крови, эндотелий расширяет или сужает просвет сосудов. При повреждении эндотелия эта функция нарушается, требуемый просвет сосудов не обеспечивается, что сказывается на спортивных показателях. В качестве подопытных выступали 3 футболиста из Miami Dolphins. Defensive back Майкл Томас и ресиверы Гриф Уэйлен и Кенни Стилс. И он зарабатывает тачдаун, Кенни Стилс. Сегодня 3 подопытных получат на завтрак буррито с большим содержанием белка. У 2 в составе буррито будут жир и белок животного происхождения. У 1 из говядины, у 2 из курицы. 3 получит растительное буррито с бобами, где белок и жир будут растительного происхождения. Завтра же все 3 получат на завтрак буррито с бобами. Это позволит определить разницу в реакции организма одного человека на разные так, блюда. Тебе с говядиной. Спасибо. Тебе с курицей, а тебе с бобами. Спасибо. Гриф не ест животной пищи уже 4 года, поэтому ему оба раза досталось буррито с бобами.
На выездных играх мы всегда едим жареную курицу, например, в Папайес. Я ее обожаю и есть в Папайес тоже. Ел там, ем и буду есть. Через 2 часа после приема пищи у футболистов взяли анализы крови и поместили их в центрифугу. Эритроциты оседают на дно пробирок. Наверху остается желтоватая жидкость – плазма. Прозрачность плазмы означает небольшой процент жиров в крови, что говорит об отсутствии дисфункции эпителия. Майкл, вот твоя кровь за сегодня, а вот за вчера. Кровь после буррито с бобами и кровь после буррито с говядиной. Ты только посмотри, какая становится после этого кровь. Мутная. Мутная. Наверху собрался жир, который попал в кровь после мясного буррито. Усёк. Гриф, ты веган. Вот твоя кровь за сегодня, а вот твоя кровь за вчера. И там чисто и прозрачно. Значит, жиры из авокадо такого эффекта не дают? Именно. Кенни? Ты у нас фанат жареной курицы. Ну что ж, полюбуйся на эту самую курицу. Глаза б мои не видели. Белки и жиры животного происхождения оказывают на функцию эндотелия угнетающее воздействие, которое длится 6-7 часов после еды. То есть, если съесть на завтрак яичницу с беконом, на ланч гамбургер, а на ужин стейк, оно продлится весь день, и весь день кровь будет мутной, а это скажется на вашей способности выложиться по полной. Черт. Похоже, с жареной курицей мне пора завязывать. Эксперимент доктора Фогеля подкреплялся рядом исследований, изучавших влияние одиночного приема мясной пищи на кровоток. При этом немало исследований указывает, что растительная пища дает противоположный эффект, улучшая функцию эндотелия и усиливая кровоток. Контролируемые исследования показали, что стакан свекольного сока перед тренировкой позволяет крутить педали на 22% дольше и выжимать лежа вес на 19% больше. Я участвовала в таких забегах, где все решали тысячные доли секунды. Порой прибегаешь к приемам, которых нет в запасе у соперников, пускаешь в ход все, что можно. Знание, что в растительной пище содержится достаточно энергии и белка, плюс знание того, как сказывается прием мясной пищи на крови, перевесило чашу. И тогда я решил, что пора. Но блюдо без мяса в голове у меня было лишь одно. Здравствуйте, что бы вы хотели? А можно мне 2 буррито с бобами? С бобами? Или говядиной? С бобами. Хорошо, проезжайте к раздаче. Спасибо. Пожалуйста. Когда я переходила на растительную пищу, то думала, что это затянется. Однако почти сразу у меня возникло ощущение, что я могу рвать всех. Даже без перерывов на восстановление. Девчонки из команды поверить не могли. Я их просто достала своим, а теперь еще раз и еще раз. Для спортсмена мирового уровня нет ничего важнее восстановления. Ты выкладываешься, потом восстанавливаешься, и так, из раза в раз. Умение больше выложиться и быстрее восстановиться дает преимущество в спорте. Дотси говорила дело. Умение быстро восстановиться после тренировок дает огромное преимущество. Но чтобы в качестве секретного оружия и пища, что-то тут не сходилось. Доктор Скотт Столл, бывший участник Олимпийских игр, врач Олимпийской сборной США. Я работаю с профессиональными спортсменами, которым крайне необходим белок. Но при всей важности белка, не менее важно и то, с какими сопутствующими веществами он поступает в наш организм. Какие именно вещества в белках животного и растительного происхождения способствуют преодолению воспалительных процессов и восстановлению организма? С белком животного происхождения в организм поступают такие способствующие воспалению вещества, как N-гликолилнейраминовая кислота, энтодоксины и гемовое железо. Потребление животных продуктов также сказывается на микробиоте, обитающих в кишечнике микроорганизмах. Начинается бурное размножение тех из них, кто, согласно исследованиям, вырабатывают медиаторы воспаления наподобие триметиламиноксида. Исследование, которое показало влияние съеденного гамбургера на кровоток, также показало повышение воспалительной реакции на 70%. В артериях такая реакция ведет к ослаблению кровотока. В мышцах и суставах усиливаются болезненные ощущения, а восстановление замедляется.
С белком же растительного происхождения в организм поступают антиоксиданты, фитохимические вещества, витамины и минералы, которые снижают воспаление, нормализуют микробиоту, а также оптимизируют кровоток и физические показатели организма. Антиоксиданты, о которых говорил доктор Столл, содержатся почти исключительно в растительной пище, где их в среднем в 64 раза больше, чем в мясной. Даже в кочанном салате антиоксидантов больше, чем в лососе или в яйцах. Это означает, что переход на растительную пищу может снизить риск развития воспалительных реакций на 29% всего за 3 недели. В 35 я, как полагается, уже собиралась было закончить спортивную карьеру. Но результаты были все лучше, и в итоге пришлось им отправить меня на Олимпийские игры. Сборная США плелась в самом хвосте. В полуфинале мы уступали Австралии 1,7 секунды. В командной гонке наверстать такой разрыв невозможно. А мы в итоге опередили их на финише на 8 сотых. Когда я взошла на олимпийский подиум, мне было 39,5 лет. В моем виде спорта до сих пор нет больше ни женщин, ни мужчин, кто хотя бы поехал на Олимпиаду в таком возрасте. И самый большой вклад в мой результат и победу олимпийской сборной США внесло мое питание. Хотя истории этих спортсменов и произвели на меня большое впечатление, моей целью изначально было восстановиться после тех травм в коленях, которые я себе причинил. И вот его повалили на линии схватки. Дерек Морган сверху. Через что-то похожее прошел и Дерек Морган. В НФЛ травмы получают 100% игроков. Это жестокий спорт. Сильное столкновение, и он падает. Как ты встречаешь свои травмы и как быстро восстанавливаешься, решает все. Ведь когда ты не на поле, ты не помогаешь команде. В одном исследовании говорилось о пользе растительной пищи, особенно для восстановления. Я начал включать ее в меню, и результаты не заставили себя ждать. Восстановление шло быстрее. Боль и воспаление были куда меньше, и чтобы убедиться, что это не просто мне кажется, я сдавал кровь на анализ. После 6 месяцев такой диеты у меня снизились все показатели – давление и холестерин. Но прежде всего, меня интересовала воспалительная реакция сосудов. Так вот, она пропала, ее больше не было. Натуральная растительная пища обеспечивает оптимальное формирование сосудов в поврежденных тканях, способствует росту новой ткани мышц и сухожилий, усиливает их иммунный ответ на инфекции. То есть правильное питание ускоряет восстановление почти на всех уровнях строения организма. Через 6 недель после перехода на растительную пищу я отправился в спортзал проверить, замечу ли разницу. На бокс или борьбу мне было рановато, так что я выбрал тренажер «Трособойку». В зале, куда я хожу, имя того, кто продержится 10 минут, пишут на стене. 20 удалось продержаться немногим. Мне же даже на пике формы раньше удавалось продержаться максимум 8. Давай, давай, Джеймс! Но в тот день я продержался 10. В легкую. Потом было 20. 30. Ты продержался 45. Была мысль, ну и ну, я так и час смогу. И когда прошел час, спустя еще минуту я подумал. Ну все, хватит. Как тебе такое удалось, а? При этом не изменилось ничего, кроме питания. А можно было и еще. Ничего, ты рекорд-то побил, а? Еще бы. Час, охренеть. В детстве для меня не было никого круче папы. Он научил меня самообороне. И он всегда был готов прийти мне на выручку в беде. Но на этот раз... Помощь была нужна ему. У вас был сердечный приступ? Он самый. До этого случая никаких симптомов у себя не замечали? Нет, никогда. Это впервые. После того, как отца выписали из больницы, после срочной операции на сердце, мы связались по скайпу с доктором Кальдвиллом Эссельстином из Кливлендской клиники, признанным в мире специалистом по заболеваниям сердца. Я всегда отличался здоровьем. Такого я никак не ожидал. А это вполне ожидаемо. В странах Запада самое распространенное заболевание – это ишемическая болезнь сердца, а причина ее кроется в том, что люди предпочитают есть.
Не припоминаете, в какую именно артерию вам установили шунт? В переднюю нисходящую или, может, зрелище того, как один прием мясной пищи может сказаться на здоровом молодом спортсмене, вызвало у меня закономерный вопрос. Как же тогда это сказалось на сердце моего отца, который ел мясо всю жизнь? Все наши исследования указывают, те же биологические механизмы, что влияют на спортивные результаты, влияют и на наше здоровье. Хроническое воспаление, оксидативный стресс и дисфункция эндотелия. Употребление животной пищи способствует формированию бляшек в коронарных артериях. Процесс формирования бляшек приводит не только к угнетению функции эндотелия, но и чреват блокировкой просвета артерии, в результате чего сердце перестает справляться с потребностями организма в крови. Широко бытует заблуждение о заболеваниях сердца. Человек думает: не ем красного мяса, беспокоиться не о чем. Но известно, что все не так просто. Дело не только в красном мясе, не только в жирах. Почти 50 лет мы слышим о том, что для сердца и сосудов в первую очередь опасны насыщенные жиры и холестерин, и что решением проблемы являются не жирное мясо, молоко и яичные белки. Но ученые выяснили, что те же соединения в животной пище, что вызывают воспалительные реакции и сказываются на спортивных результатах, способствуют и развитию заболеваний сердца. Намного полезнее будет исключить из рациона животную пищу полностью, и тому есть весомые причины биохимического плана. Взять, к примеру, тоже гемовое железо. Гемовое железо поступает в организм с животной пищей. Первое, что приходит в голову, это красное мясо, однако это вещество есть в птице и рыбе. В одном метаанализе 6 длительных исследований в области питания, охватывавших свыше 130 тысяч лиц, пришли к заключению, что 1 миллиграмм гемового железа в день повышает риск возникновения ишемической болезни сердца на 27%. Для сравнения, в обычной котлете для гамбургера этого железа от 2 до 3 миллиграмм. При этом животной пище несет риск не только гемовое железо, но и, собственно, животный белок. Дело не сводится к потреблению красного мяса, курицы, яиц или же молока. Дело в потреблении животного белка как такового. Его потребление запускает в организме сложные цепи обмена веществ. Из белка животного происхождения после термообработки, консервации или переработки бактериями кишечника формируются соединения, что вызывают воспалительные реакции и бьют по сердечно-сосудистой системе. Этим объясняется тот факт, что у получающих белок с растительной пищей риск развития болезней сердца меньше на 55%. Этим объясняется и то, что достоверно обратить развитие заболеваний сердца способна лишь пища растительного происхождения. Мы установили, что в первый месяц наблюдается улучшение кровотока и нормализация кровообращения. Через год, а тем более через 5, расширяется просвет даже серьезно закупоренных коронарных артерий. В контрольной же группе, где все шло в соответствии с такими рекомендациями врачей, как есть меньше красного мяса, но больше рыбы и курицы, делать зарядку и так далее, так вот там просвет артерий через год сузился, а через 5 еще больше. Шалтай, болтай, сидел на стене. Все это звучало многообещающе. Однако отцу требовалось не просто поправиться, но поправиться быстро. Артериальные шунты были лишь временным решением. В любой момент его мог застать второй сердечный приступ. Почву для надежды я обрел в пожарном депо в Бруклине, где сын доктора Эсельстина, Рип, бывший пожарный и профессиональный триатлонист, набирал самых отважных жителей Нью-Йорка для новой программы. От чего чаще всего гибнут пожарные на своей работе? От сердечных приступов. Именно от сердечных приступов погибает на работе 67% пожарных. Перед собой вы видите то, что называется здоровой артерией. Через вот этот большой просвет течет кровь. А вот что происходит, если пару-тройку десятков лет есть мясо и пить молоко. Видите? Тем, кто так и питается, я предлагаю поучаствовать в неделе восстановления организма. Мы закупили для вас растительные продукты. Предлагаю вам самим убедиться, как всего за неделю изменится ваш обмен веществ. Я знаю, у меня повышенный холестерин. Плохой холестерин, очень высокий. 10 лет назад вообще не напрягался. А сейчас понимаю. Уже... Я всю неделю тренируюсь, занимаюсь спортом, но холестерин все равно высокий, и вот уже 5-6 лет растет в год на единичку полторы. Начал есть по паре салатов в неделю, но толку нет. У меня двое детей, сами понимаете. Дай бог, чтобы мне стало лучше, был прилив энергии, чтобы я смог пожить подольше.
Я поехал попробовать убедить отца перейти на новое питание как можно скорее. Так что ты предлагаешь? Поход по магазинам. Помидоры, огурцы. У нас есть хумусовые палочки, черника. Но моего отца еще попробуй убеди. Еще соевый йогурт, ну и, наверное, все. И особых надежд я не питал. А может, лучше чаю? Я родом из города Мелтон-Моубрей. В Англии он известен как сельская столица еды. Здесь появились на свет сыр Стилтон и фирменный местный пирог со свининой. Время здесь, можно сказать, застыло. 20, 22, 25! И мой отец, как и почти все мы, плоть от плоти того места, где он вырос. Чтобы мой отец консерватор и вдруг резко поменял свой образ жизни, такого я и представить не мог. Еще один сверху. Это еще двадцатка. 50 за все. Пока не приехал домой и не пошел в зал. Толкай. И вот так. С Лушесом Смитом я тренировался не один год. Он играл корнербэком в НФЛ, у него черный пояс по джиу-джитсу. Он ставил мне силу и физическую форму. Не-не-не, руками работай, руками! Я рассказал Лу о своем исследовании и о том, что случилось с моим отцом. И вдруг он сказал, чего никогда до этого не говорил. Я уже почти 10 лет не ем животной пищи. С вращением! Лу сейчас 60. Почти как моему отцу. В моем возрасте многим уже далеко до внуков. А моим внукам далеко до меня. Когда я перешел с животной пищи на растительную, давление у меня снизилось со 110 до 70. Пульс у меня порой бывает 50, 48, 47. Я ни на что не отвлекаюсь, я не зажат. А еще я заметил, что растительная пища придает куда больше энергии. Давай, давай, давай! Работай, работай! Сюда приходят те, кому 20. Так вот, на тренировках я вижу, что я куда выносливее, чем они. Я могу прийти сюда и выдать 800 раз, понимаете? 800 махов гири и махов с перехватом в один подход. А им это не под силу. И я не шучу, я серьезно. У них не выходит. Ни в какую. Но есть и другой мужик возраста отца, который смог резко изменить образ жизни. Мяса я ел много. Я съедал 10-15 яиц в день, чтобы получить свои 250 граммов белка. Ведь я весил больше 110. Непревзойденный Арнольд Шварценеггер! Но когда я стал старше и начал читать на эту тему, то понял, что белок можно получать не только из мяса или животных продуктов. Так у нас началось движение в сторону вегетарианского питания. И вот, когда я начал питаться по всем правилам, с правильными специями, мне это вдруг понравилось куда больше, чем мясо. Холестерин тоже пошел вниз, и сейчас он где-то 10,9. Такого низкого уровня у меня в жизни не было. А ведь мне 69. Влияние питания на наше здоровье и самочувствие во всех отношениях просто огромно. Питание, богатое животным белком, на 75% повышает риск преждевременной смерти в целом и в 4-5 раз риск смерти от таких форм рака, как рак простаты, молочной железы и прямой кишки, а также от диабета второго типа. Аминокислоты из продуктов животного происхождения способствуют более быстрому делению клеток. Все больше данных указывает на то, что потребление в больших количествах молочного белка связано с более высоким риском заболеть раком простаты. Цепочка факторов, ведущих к раку, достаточно очевидна. Установлена также связь рака и с иными продуктами животного происхождения. Так, в Национальном институте рака выяснили, что у вегетарианцев, которые 1-2 раза в неделю ели мясо курицы или же рыбу, риск развития рака прямой кишки возрастал в 2-3 раза. Нет такого, что есть какая-то одна диета для спортсменов, которые хотят улучшить результаты, другая против болезни сердца, третья антидиабетическая, четвертая от развития рака простаты. Она во всех случаях одна. Для меня эти достижения науки о питании стали настоящим открытием. Но я не мог понять одного. Если наши предки приспособились есть мясо в ходе эволюции, то почему оно для нас так вредно? Когда мы представляем себе питание первобытных людей, вполне логично предположить мясо. Однако роль растительной пищи была больше. Просто от нее в ископаемых слоях остается меньше следов. В отличие от животной, растительная пища была под рукой всегда.
Массовые представления о пище первобытных людей восходят к 30-40 годам, когда был сделан ряд потрясающих находок костей наших предков с костями животных и инструментами, которые, судя по их форме, могли использоваться для охоты и разделки мяса. И хотя с тех пор мнение о том, что в питании наших предков первую роль играло мясо, стало массовым, роль мяса не так велика. Тот факт, что в археологической летописи лучше сохраняются орудия из камня и кости, привел к искажению общей картины. Из глубокой древности до нас дошли немало отлично сохранившихся костей и каменных орудий. Но растения, увы, очень быстро разлагаются. Но за последние десятилетия в науке произошел настоящий прорыв. Обнаружено, что микроскопические окаменелости растительных фрагментов сохраняются как раз неплохо. Новые раскопки палеолитических стоянок уже дали богатый материал о том, какие растения ели древние люди. Последние технологии, с помощью которых были в частности изучены кости гладиаторов, позволили ученым лучше изучить кости, зубы и инструменты первобытных людей и установить, что они питались в основном растительной пищей. Причина же этого очень проста. Ни в генах, ни в анатомии, ни в физиологии человека не заложено никаких специфических признаков чисто плотоядных животных. А вот признаков растительноядных животных у нас немало. Более длинный, чем у плотоядных, желудочно-кишечный тракт приспособлен под переваривание ряда растений, что усваиваются дольше мяса. Также в организме человека не синтезируется витамин С. Витамин С содержится в растениях, и само отсутствие возможности его синтеза в организме указывает степень нашей зависимости от растений. Кроме того, мы видим в трех цветах. Этим мы существенно отличаемся от хищников, которые видят в двух цветах. Способность различать больше цветов крайне важна для поиска свежих спелых фруктов. Нашему мозгу крайне необходимы большие объемы глюкозы. Он у нас орган разборчивый, всю свою энергию он получает с глюкозой, а мясо – источник глюкозы не лучший. Для питания такого мозга требуется пища другого характера, а именно углеводная, в наибольшей степени восполняющая нехватку глюкозы. Ну а наши зубы? Разве они не говорят о том, что мы плотоядны? При взгляде на клыки приматов возникает мысль, что это признак плотоядных, но это не так. Так угорил самец демонстрирует другому самцу свои длинные клыки с целью устрашения. С другой стороны, у плотоядных есть зубы характерной формы, схожие с лезвиями ножниц. Ими хищники срывают мясо с костей. А теперь сравните их с зубами человека. Они квадратные и с небольшими выступами, чтобы перетирать грубые растения. Прямо во рту у нас находится лучшее доказательство того, что наша изначальная пища не мясо. Представьте себя на месте древнего человека. Самое лучшее ваше оружие — это не особо острое копье. А важнее всего в тех условиях было знать, какие из растений съедобны. И тут все встало на свои места. Животная пища вредна для нашего организма, поскольку он не приспособлен под нее эволюцией. Это просто-напросто не то топливо. Сюда не укладывался лишь дефицит важного витамина B12, который, как все меня предупреждали, можно получить только из животной пищи. Но оказалось, что мы в этом плане не отличаемся от остальных животных. У них его вырабатывают бактерии, что попадают в организм животных с водой и почвой. Как и в случае с белком, животные лишь посредники. До эры промышленного скотоводства животные и люди получали B12 с остатками почвы на растениях или же с питьевой водой из рек и ручьев. Но в наши дни, когда бактерии, синтезирующие витамин, убивают пестициды, антибиотики и хлорка, B12 требуется даже сельскохозяйственным животным, а его дефицит наблюдается у 39% людей, в том числе употребляющих мясо. Это означает, что вне зависимости от того, ест человек животную пищу или же нет, дефицит витамина ему проще всего восполнить принятием таблеток. Через месяц после начала пути в 3500 километров темп Скотта заметно просел. Не прошло недели пути, как я порвал квадрицепс. Я задумался, и как мне теперь преодолеть это расстояние? Но тому, кто идет на рекорд скорости на Апалачской тропе, отдыхать некогда. Вперед, мне нужно было восстановиться, но я выжимал из своего тела все возможное. На следующий день просыпался, и все повторялось снова, и так день за днем.
Не положись я целиком на свою подготовку и на свое питание, я не мог бы вставать каждый день в 4:30 утра и преодолевать еще 80 километров. За 12 дней до заветной даты Скотту оставалось еще 880 километров. Когда я пробегал Вермонт, там шли небывалые ливни. К ним подготовиться было невозможно. Я стремился наверстать расстояние, на которое отстал из-за травмы, вновь набрать рекордную скорость, спать в сутки 2-3 часа, а то и меньше, и так из ночи в ночь. На одном из самых глухих участков я бежал 26 часов подряд. Но на Апалачской тропе перед тобой лишь вырастают все новые и новые горы, и ей нет конца. К моменту, когда я добрался до Нью-Гэмпшира, горы White Mountains меня доконали. А Патрик, у которого осталось меньше 2 недель до того, чтобы побить мировой рекорд по переносу груза, продолжает свою подготовку. Я начал тягать веса с 14 лет, потому что был тот еще рохля и задохлик. Ну, тогда. Я хотел быть таким героем, который всегда придет на выручку. Вот мои мама и отец. Когда мне было 4, мама с отцом и маленькой сестренкой, ей было 6 месяцев, попали в аварию. Тогда из всех них выжила только мама. Так в 4 года у меня появилась мечта когда-нибудь стать суперсилачом, и если кого придавит машиной, я смогу помочь им выбраться. У всех, кто видел Патрика в тот день, перед глазами перевернулась не только машина, но и миф, которым их пичкали всю жизнь. Стейк. Еда настоящих мужиков. Из того, что нужно мужикам. Ты мужик, так ешь как мужик. Я все это понимаю, как никто. Ведь я в этом мире жил. Стейк. Еда мужиков. По мясу! Тебе показывают рекламу бургеров Джорджа Формана с грилем. Да. Огромные сэндвичи и все такое прочее. Ешь как мужик и наедайся как мужик. Мясопромышленность умеет подавать товар. Еда серьезных мужиков. Втирать идею, что настоящие мужики едят мясо. Выгляди еще мужественнее с гамбургером в 100 грамм в руке. Но нужно понимать, что все это лишь маркетинг. За ним нет ничего, кроме мифов. Я проведу вас в смотровой кабинет. Для меня воплощение мужественности — это сильный, выносливый, сексуально активный и фертильный мужчина. Однако, как показывают научные исследования, чем больше мужчины едят мясо, тем быстрее они утрачивают мужское начало. Анализы крови футболистов из Miami Dolphins показали, в какой мере один прием пищи сказывается на кровотоке в организме. Я спросил доктора Шпица, не согласится ли он провести эксперимент над 3 спортсменами, где изучалась бы часть организма, характерная для мужчин. Что ж... Перед вами модель пениса. Доктор Шпиц – ведущий уролог в составе Американской медицинской ассоциации. В теме пениса он разбирается настолько, что написал об этом книгу. Эти 2 кольца вам предстоит надеть на свой пенис. Одно кольцо надевается ближе к корню пениса, а второе кольцо – ближе к головке, как раз там, где она заканчивается. Кольца охватывают пенис в той мере, чтобы определить начало эрекции. Оно будет сопровождаться увеличением диаметра пениса, и устройство подаст сигнал. Внимание! Тут кое-что происходит. Перед нами стоит цель изучить влияние съеденного на ночную эрекцию. В один день вы съедите одно блюдо, а в другое — другое. В рамках исследования каждый из спортсменов съел в первый день ужин в виде мясного буррито с говядиной, курицей и свининой. Мясо было качественным, травяного или органического откорма. На второй день футболисты получили на ужин буррито с заменителями мяса на основе белка растительного происхождения. А ничего, вкусно. По правде говоря, думал, будет та еще гадость. Не думал, что будем есть буррито. Думал, что салат.
Это исследование основано на естественном явлении, которое происходит с мужчинами во время сна. Эрекции во время сна у мужчин возникают на протяжении всей ночи. Устройство отслеживает моменты начала эрекции, а также их силу, длительность и частоту. Все данные фиксируются на итоговом графике, по которому можно составить представление, какое именно воздействие на эрекцию оказывает съеденный ужин. Что ж, пора взглянуть на результаты. Тебе, Мейсон, результаты достаются первому. Класс. Доставай и смотри. Так-так. Все просто. Чем больше диаметр, тем сильнее эрекция. Обрати внимание, в первую ночь, когда ты съел на ужин буррито с мясом, круг вышел меньше, а значит, и эрекция была слабее, чем во вторую ночь, когда ты съел буррито по веганскому рецепту. А теперь второй лист. На втором листе показано, сколько эрекций у тебя было за ночь и как долго они продолжались. Первый длинный график — это... Нет, это не размер твоего пениса. Но я не могу. Это не размер твоего пениса. Там показано, сколько минут за ночь у тебя длилась эрекция. Ого. Так, Блейк, поглядим, что у тебя. Держи. Держись. Я готов. И снова мы видим, что, как и у Мейсона, эрекция от растительной пищи у тебя больше, чем от животной. А теперь поглядим, часто ли у тебя была эрекция. Вот это да. Разница почти в 500%. Ничего себе, с ума сойти. Ну как, Блейк, готов? Ну давайте. Вот, держи. У тебя сила эрекции увеличилась где-то на 13%. А теперь посмотрим, сколько у тебя было эрекций и сколько они длились. Братан! Охренеть! Да. Да покажи уже. Покажи, как есть. Брат, да она час была. Итак, у вас у всех реакция на растительную пищу по сравнению с животной была примерно одинаковая. С ума сойти. Точно. Помню, в детстве видел одного мужика в ресторане, он стейк наворачивал. Я тогда думал, вот бы таким стать. А теперь я как вижу... Слабак, да? Кто заказывает салат, то думаю, ага, во-во, думаю, чё это он? Ну точно, слабак. А теперь получается, слабак тот, кто наворачивал стейк, а мужик тот, кто заказывал салат. Итак, когда пойдете гулять с любимыми на День Валентина, куда их поведете? Веги-гриль. Веди-гриль, значит. Да, тоже об этом подумал. Конечно, научной силы это исследование не имеет, тем не менее, результаты весьма показательны. Я надеюсь, что это откроет глаза многим людям. Причем откроет их не только обладателям пенисов, но и тем, кому нравятся обладатели пенисов. Помимо того, что тема эрекции любопытна и сама по себе, меня заинтересовала тема гормонов. В особенности, тестостерона. За всю свою жизнь я ни разу не ел мясо, но проблем с тестостероном у меня никогда не было. По анализам крови все системы моего организма в полной норме. И, как видите, мускулы я накачиваю без проблем. Исследования, где сравнивались употреблявшие и не употреблявшие животную пищу, из раза в раз показывали отсутствие различий в уровне тестостерона. В это сложно было поверить. Ведь в рацион питающихся растительной пищей часто входит соя, которая, как я не раз слышал, богата эстрогеном. Я часто выкладываю снимки еды, если в состав блюда как-то входит соя, то из сотни комментаторов 20-30 непременно скажут: «Я слышал, соя же вроде повышает уровень эстрогена». Однако это не так. На самом деле соя содержит фитоэстрогены. Эти соединения, хотя они и схожи с эстрогенами, могут вызывать даже противоположный эффект, блокируя в организме рецепторы эстрогена и тем самым предотвращая действие настоящих эстрогенов из пищи. Источники эстрогенов содержатся в такой пище животного происхождения, как куриное мясо, яйца и молоко. Все это может в немалой степени повлиять на уровень гормонов. Даже обычный стакан молока может через час повысить у мужчины уровень эстрогенов на 26%. Одновременно снизив уровень тестостерона на 18%. В числе гормонов, тесно связанных с пищей, и кортизол – гормон стресса, вызывающий снижение массы мышечной ткани и набор жира. Как показали исследования, у тех, кто перешел с животной на высокоуглеводистую растительную пищу, уровень кортизола в среднем падает на 27%.
Мне это все только и твердили. Тебе не стать поджаром, не подсушиться, веган. Ведь ты ешь одни углеводы, но в лучшей форме, чем сейчас, я еще не был. Запросто. Хотя я знал, что рафинированные углеводы, такие как в белой муке или сахаре, могут способствовать набору веса, я понятия не имел, что природные углеводы в составе овса, бананов или бататов как-то способствуют снижению жировой массы. После 8 недель силовых тренировок, потреблявшие обычное количество углеводов набрали более килограмма мышечной массы, в то время как у сидевших на низкоуглеводной диете мышечная масса снизилась. Обычно бодибилдеры сидят на низкоуглеводной диете, и те, у кого по 2 недели в рационе не было углеводов, потом бродят как зомби. Я же ем столько углеводов, сколько мне нужно, и они поражаются. Так подсушиться на одних углеводах – это как вообще? В Нэшвилле Дерек познакомил меня со своей женой Черити. Она шеф-повар. И именно она вдохновила его сделать шаг в новый мир. Привет. Здравствуйте. Когда я начала готовить растительную пищу, то варила на ужин с запасом. И часть на завтра отправляла туда, где занимался Дерек, ему на ланч. Потому что там из такого разве что салат к стейку. Ну, сами понимаете, Дерека разве салатом накормишь? Это же смешно. Да, поесть я люблю. Поначалу я думал, придется стиснуть зубы и притворяться, мол, мне все равно, что запах не тот, но таких подвигов не потребовалось. Я видел перед собой такие же маки, не знаю, сыр там, куриные крылья, только из растительного белка. Если любишь готовить, нет никакой проблемы перейти на то, что лучше прежнего. Помню, приносил сутки в кафе, вокруг собиралась вся команда, подкалывали, ржали. Но потом перестали, ведь все это было с целью играть еще лучше, и в команде поняли, что на меня можно положиться. Им стало интересно, они говорили: «А ничего, пахнет вкусно». Спрашивали: «А нам такого же не пришлешь?» И я такая: «Да, без вопросов». Поначалу таких было 5. А сейчас, в середине сезона, таких уже 13. Планов делать из этого бизнеса у меня не было. Но наши не выходили в плей-офф уже 15 лет. Так что я буду помогать команде всем, чем могу. Вот она, привет. Привет. Проголодались там, небось? Еще бы. По воскресеньям здорово. После игры вся команда так и предвкушает сытный стол. Привет. Привет. Ничем не перекусывал? Не. На кухне у нас атмосфера, что надо. Вот это растительные котлеты. Пожарить на запах и вкус не отличить от говяжьих. Я готовлю бургеры с трюфелями и сыром, крылышки баффало. Салат «Цезарь» с листовой капустой, хрустящую брюссельскую капусту с копченым соусом. А на десерт – творожный торт с арахисовым маслом. О, да. Спасибо, да. Черри. Спасибо. Так теперь вы все едите то, что готовит Черрити? А что думали про все это до того? Я пару недель эту затею только матом не крыл. Ты думал, что силу для спорта дает мясо? Да, как раз так и думал. Я ему сказал так. Мне будто все детство врали. Я так точно думал, что все мысли будут о мясе, но отвечаю, ни одной мысли о нем больше не было. Я чувствую прилив силы энергии, это как энергетик. Ну а как все это на вкус? Вкус отменный. Выглядело все это аппетитно, и я помню, как сидел в раздевалке и смотрел, что едят остальные. Потом я решил попробовать, и я реально почувствовал разницу. Теперь я мог стабильно выдавать результат. А как первый тачдаун нам заработал, помнишь? Еще бы! Через полгода питания по-новому мои силы и выносливость вышли на новый уровень. Здоровье отца стало улучшаться. По-новому начали питаться и жена, и дети. Но теперь мне не давала покоя мысль, но почему обо всем этом знает так мало? А потом я вспомнил про своего деда, который умер в 63 года от инфаркта, а до этого 40 лет курил. Вторую мировую он прошел десантником. Его привычка курить берет начало в те времена, когда таким парням, как он, вешали на уши лапшу о том, что курение якобы полезно. Бейпрут, кумир миллионов. Для раскрутки этой идеи табачные воротилы использовали в рекламе образы знаменитых спортсменов, олицетворение здоровья и силы. После игры Карлу Фурилью из Доджерс хочется затянуться легкой сигаретой, само собой Кэмэл. Примерно в то же время, когда Бейб Рут в 50 с небольшим умер от рака гортани, табачные компании под напором научных данных изобрели новые методики продаж.
Исследование в масштабе страны показало, что наибольшей популярностью у врачей пользуются сигареты Camel. Много лет табачные компании утверждали, что курение не вызывает рак. Проплаченные ими исследователи выпускали один отчет за другим, чтобы сильнее запутать общественность. Несмотря на их усилия, спонсор показа Marlboro. Рекламу сигарет во время спортивных матчей в конце концов запретили. И в это время на сцену вышла другая индустрия, которая начала всю ту же игру. Что в сумке? Big Mac. Выиграю мой. Но уже с новым поколением игроков. В том числе и мной. Но спустя недолгое время и против животной пищи научные данные начали расти, как снежный ком. Все те же приемы теперь используют воротилы пищевого бизнеса. Перед нами представитель Национальной ассоциации скотоводов. Они платят так называемым экспертам. Я сертифицированный диетолог, специалист по питанию, плюс к тому же я мать. Чтобы те еще больше все запутывали. То есть вы хотите сказать, что на ваш взгляд мясные продукты не канцерогенны? Данных, позволяющих это уверенно утверждать, нет. С их подачи у людей возникает мысль, что здесь не все так однозначно. Точной причинно-следственной связи между мясом, мясопродуктами и каким-либо видом рака не установлено. А вы бы порекомендовали есть поменьше мяса? Ни в коей мере. Ну вот и где прикажете нашим зрителям искать в этом логику? При том, что огромное число исследований доказывает связь животной пищи с рядом распространенных смертельных заболеваний, я обнаружил, что производители молока и яиц скрытно принимают ответные меры, финансируя исследования, призванные опровергнуть эти данные и скрывая свое участие за мелким шрифтом. Эти проплаченные исследования проводят, в частности, Exponent Incorporated. Именно этой компании табачные воротилы оплатили исследование, что доказывало отсутствие связи между пассивным курением и раком. Вот уже более 50 лет Exponent выпускает расследование, что ставит под сомнение вред чего угодно. От асбеста до мышьяка, от ртути до животной пищи. В этой системе все устроились идеально. Те, кто сбывает продукты, те, кто сбывает лекарства от болезней, вызванных такой пищей, и, конечно же, СМИ, которые могут ежедневно публиковать все новые диеты. Каждый день. Наш старый знакомый. В новых советах разобраться непросто, и это неспроста. Яйца можно. Я так рада, что можно. Да, я тоже очень рада. Бекон вам не повредит. Золотые слова. Так что масло? Да, масло возвращается. Но хотя СМИ и напустили в этот вопрос немало туману, существует мировой консенсус о фундаментальных принципах здорового питания, которые сводятся к тому, что неважно, много или же мало в вашей пище жиров, много или мало в ней углеводов, питаться нужно по преимуществу растительной пищей, что подтверждает любое исследование любой популяции. Когда я уже было думал, что теперь знаю все мрачные секреты мясной промышленности, меня наняли для спецподготовки военизированного подразделения в Зимбабве. А теперь очень осторожно, с камней не сходить. Вот так. Носороги находятся под угрозой исчезновения, на планете их осталось всего около 5000. Люди перебили почти всех из-за их рога. Он высоко ценится, где-то 100 тысяч долларов за килограмм. Дэмиэл Мандер, снайпер спецподразделения в отставке. Он 12 раз побывал в Ираке. Кроме того, он основал Международный фонд по борьбе с браконьерством. Если у браконьера с собой топор или нож, его надо обезоружить. Да-да. Итак, пошел удар ножом. Видели? Мы спецназ на страже природы. Мы не даем ей погибнуть от рук человека. Поняли? Ну-ну. Главное, когда схвачусь за калаш, действуй так же. Моя жизнь — мечта любого пацана. Я прыгал с вертолетов, что только не взрывал. В детстве в такое и на PlayStation не каждый играл. В Африку я поехал по очередному полугодовому контракту. Как-то раз я увидел убитого самца слона, у которого браконьеры вырезали бивни. Целого слона превратили в мертвую тушу, потому что кто-то захотел себе бивни на стену. В линию! Что это за засада? Засада в линию. У меня были деньги и навыки, чтобы помочь этим рейнджерам. Так вы выполните свою задачу, не тратя зря сил. Я решил посвятить свою жизнь тому, чтобы помогать им защищать животных.
Но после этого я начал осознавать противоречия. Каждый день я патрулирую саванну для того, чтобы спасти, может быть, одно животное. Потом затемно возвращаюсь и готовлю себе на ужин другое животное. И я понимал, что внутри я то еще дерьмо. Я выработал двойные стандарты, и мне с ними было удобно. Ведь известно же, не едят мясо только веганы-замурыши, которых колышет на ветру. Я оправдывал себя тем, что коров в мире предостаточно и что им вымирание не грозит. Но чем больше я об этом думал, тем яснее осознавал то, что уже знал. Нет способа проще защищать животных, чем не употреблять их в пищу. Идея о том, что нам вообще нужно мясо как источник белка, это чушь собачья. Гориллу уже видели? Горилла порвет вас в 2 секунды, а что она при этом ест? У меня и у этих огромных серых созданий, слона и носорога, которых мы охраняем, есть кое-что общее. Я тоже питаюсь растениями. При нашей поддержке эти рейнджеры патрулируют 2 миллиона гектаров дикой саванны, где обитают исчезающие виды животных. Но наибольшая угроза исходит от производителей мяса. Ведь они методично забирают для своих нужд все новые и новые нетронутые уголки дикой природы. Шаг за шагом. Метр за метр. Километр за километром. Примерно 3/4 всех сельскохозяйственных земель в мире используется для нужд сельского хозяйства, что наносит сильный удар по биоразнообразию. Но что сказывается на естественных экосистемах разрушительнее всего? Скотоводство. Мясные, молочные, птицеводческие и рыбные хозяйства занимают 83% всех сельскохозяйственных земель, обеспечивая лишь 18% потребности населения планеты в калориях. Животноводство требует таких площадей, потому что, как я уже упоминал, животные лишь посредники, которые в среднем потребляют в 6 раз больше белка, чем производят. Для прокорма 70 миллиардов животных, ежегодно забиваемых на пищу людям, требуются гигантские площади кормовых культур. И это едва ли не первая причина сокращения площади лесов в мире. Плюс к тому, это колоссальное водопотребление. Перерасходу пресной воды мир обязан в первую очередь скотоводству. 1/4 рек в мире больше не впадают в океаны из-за того, что почти всю их воду разбирают скотоводческие хозяйства. Воду потребляют злаки, злаки идут на корм коровам. Коров забивают на говядину. Таким образом, на одну котлету для гамбургера уходит 2400 литров воды. Просто огромный объем воды. В целом, на нужды животноводства уходит более чем 1/4 всей пресной воды в мире. Проблему представляет не только потребление воды, но и ее загрязнение. К примеру, в тех же США домашний скот и птица производят в 50 раз больше отходов, чем все население страны, что ведет к повсеместному загрязнению рек, озер и грунтовых вод. В настоящее время скотоводческие хозяйства формируют 15% всех антропогенных выбросов. Чтобы масштаб был понятнее, скажу, что это примерно столько же, сколько выбросы от всего имеющегося в мире транспорта — самолетов, поездов, автомобилей и кораблей вместе взятых. Но сельское хозяйство может не только высасывать ресурсы планеты, ставя под угрозу существование человечества. Оно может оказаться и ключом к решению проблемы. В США, где потребление мяса в 3 раза выше общемирового, массовый отказ от животной пищи способен снизить выбросы от сельского хозяйства почти на 73% и сэкономить 1 000 000 литров воды на человека в год. В мировом масштабе такие меры позволили бы высвободить площади, сопоставимые с Африкой, тем самым снизив давление на наиболее угрожаемые виды и экосистемы в целом. Чем больше вы едите растительной пищи, и чем меньше мяса и молока, тем лучше. С точки зрения хоть здравоохранения, хоть экологии, этому просто нечего противопоставить. Уже зная о том, чем всем нам грозит продолжение питания животной пищей, я вернулся в Бруклин за огоньком надежды. Ну что, как вес? Неплохо, да, неплохо. Как у космонавта. Ну вот. Делали все как полагается всю неделю? Да, всю неделю. Да? Да. Здорово. После приема пищи не было такого, что хотелось пойти посидеть или там полежать, был прилив энергии. Так, так. Хотелось вскочить на велосипед, встать на беговую дорожку. Или тушить пожар.
Она сказала, я сбросил 5. 5 килограммов? Да. Ваш холестерин был 26,2. Точно. А это очень, очень высокий уровень. А сейчас 17,6. Ничего себе. Почти 10 пунктов. Просто фантастика. Точно. Спасибо. Давление у вас снизилось на 16. Систолическое, за ним... Вот это круто. Диастолическое. Стало 130 на 82, а было 146 на 84. Фантастика. Класс. Давайте кулак. Ваш холестерин был 27,6. Это запредельный уровень, понимаете? Врачи сами поразились. Сами поразились? Да, когда прочитали. А знаете что? Сейчас они бы поразились еще больше, ведь теперь у вас 16,9. Ого, вот это я понимаю. 16,9. Вы скинули 10,7, мой друг. С ума сойти. Итак, наши результаты. За неделю уровень холестерина снизился в среднем на 2,1. Средняя потеря веса 2,7 килограмма. И теперь вместо того, чтобы ходить вот с такими вот артериями, вы шаг за шагом движетесь к тому, чтобы ваши артерии стали вот такими. Вы уже знаете, что чаще всего пожарные на своей работе гибнут от сердечных приступов. Их провоцирует образ питания. Но вы можете избегнуть роли единичек в этой статистике. Мой врач хотел посадить меня на статины, но, как по мне, все это было как какая-то обманка, иллюзия выхода. Я был уверен, что есть и иной путь к долгой, здоровой жизни. И когда я увидел свой шанс, я его не упустил. Употребление полезных и натуральных растительных продуктов влияет на экспрессию генов, включает хорошие гены и выключает плохие. Хотя гены даны нам с рождения, они еще не приговор. И даже если ваши родители, а также все дяди и тети умерли от диабета, рака или же болезни сердца, вы можете избежать этой участи. В этой позиции я поднимаю голову, а потом резко бью головой ему в лицо. Благодаря новому образу питания я полностью восстановился после травм и теперь снова преподаю самооборону. Или захват за шею, а дальше вот так. Но новым важным пунктом программы стала самооборона организма. Кровоток возможно улучшить. Это увеличит поступление к мышцам кислорода и питательных веществ. Даже если вы не спортсмен, благодаря знаниям о правильном питании, теперь я смогу спасти намного больше жизней. Вкусно. Правда? Да. Ну, у кого найдется пятерка? Найдется еще у кого пятерка? Джеймс, сколько лет? Ну что, как самочувствие? Прекрасно. Я читал, что вероятность погибнуть от первого сердечного приступа 85%. Это большой риск. Можно сказать, я в рубашке родился. С днем рождения, милый папа! С днем рождения тебя! Спасибо. Мы вступили на путь веганства. Теперь мы пьем соевое молоко. Марша следит, чтобы я съедал свои овощи, все без остатка. А сколько вам? 71. 71? И мне один. Я рад быть с вами. Как оно? Как сами? Брюс Ли понимал, что в поиске истины нет смысла, если найденной истиной не пользоваться. Лучше всего подавать пример. Многие говорят, я не смогу стать веганом, а я отвечаю, главное это начать. Так, кому веганских шоколадок? Люди не могут решиться, потому что в голове у них сидит подход либо все, либо ничего. Ничего подобного. Если подойти к человеку и сказать, завязывай с мясом, он скажет, да пошел ты. Ты кто, мать твою, такой говорить, что мне есть? А можно ему все объяснить и сказать. Может, для начала попробовать раз в неделю отказаться от мяса? 50 лет назад никто и не заикался о том, что белок стоит получать с овощами. Но в наши дни есть множество спортсменов, профессиональных спортсменов, в самых разных видах спорта, которые достигли выдающихся результатов, не притрагиваясь к животной пище. И в Гран-при Германии побеждает Льюис Хэмилтон. Мы хотим быть в тонусе, быть в отличной форме, ощущать прилив энергии. Главное, чтобы организм работал на правильном топливе.
Мне 32 года, но так классно мне не было еще никогда. Он на 20-й, возвращается на 15-ю, и Мэтьюс зарабатывает тачдаун в пользу Тайтанс. Да, такое возвращение команды на моей памяти впервые. Просто фантастика. Это был наш лучший сезон за 15 лет. Его захватывают Аракпо и Дерек Морган. При этом 14 наших ели растительную пищу. Джарелл Кейси, Брайан Аракпо. В этой игре ярко проявила себя оборона Тайтанс. Вы только посмотрите! Счет захватом Дерека Моргана идет на десятки. Это лучший сезон в его карьере. И Тайтанс вырываются в плей-офф. Мы их сделали! Выход в плей-офф на мой день рождения, такого в моей карьере еще не бывало. Только и разговоров было, что о игроках защиты и их питании. Это все буррито. Буррито на завтрак. 100%. Это они помогли выйти в плей-офф. К тому времени, как Скотт достиг горы Катадин, о его забеге на грани возможностей узнала вся страна. Но после 46 дней и почти 3500 километров пути у него истекали последние часы, когда он еще мог побить рекорд. Патрику предстоит пронести на своих плечах рекордный груз. 550 килограммов или 1224 фунта. Это официальная заявка на рекорд для книги Гиннесса. Возможности нашего организма колоссальны. Если не сдаваться, то можно подняться со дна самой глубокой и беспросветной бездны. Еще немного и все. Вперед. Начинаем! Он идет на мировой рекорд! По числу достижений, Скотт Джурек, один из первых ультрамарафонцев мира. Его последнее достижение – Апалачская тропа. В то время, как у большинства этот путь занимает от 5 до 7 месяцев, Джурек сумел покорить ее за 46 дней, 8 часов и 7 минут, побив предыдущий рекорд на 3 часа. Да. Веганы — это сила. Да. Есть. Главное не то, насколько ты накачанный и сильный. Главное, для каких целей ты используешь эту свою силу, как ты распоряжаешься возможностями, что она тебе дает. День я обычно начинаю с большого-пребольшого смузи. Там у меня листовая капуста, шпинат и свекла. Для меня на первом месте блинчики. Навернуть то, что едят на завтрак, я в любое время за милую душу. Обожаю тосты с арахисовым маслом. А на ланч, например, веганский бургер. Я без ума от авокадо. Настоящий фанат. Съедаю большую порцию салата, этакий тазик с овощами и киноа. А на ужин что угодно, от японской кухни до мексиканской. Я люблю индийскую кухню и тайское карри. А вообще, я люблю пиццу. Если надо чем конкретно перекусить, предпочитаю лазанью. Нравятся куриные наггетсы? Есть и веганские. Нравятся фрикадельки? Тоже есть веганские. Налегаю на пиццу, макароны и бургеры. Бывает, что и на все сразу. Occasionally we'll quit it. Pay
reality visits, but it was too hard to live it. Built up my confidence and deliver it. Now I be burning these critics, cause they ain't know they was walking their course while burning their bridges. Hold up. Man, whoever thought I'd be rapping? The family ain't never think that can happen. Matter of fact, only person that ever pushed me to get out was my mother, and the only reason was cause sucking tracks. Heard that comment's the chick that you put a ring on. And by the looks at your life, guess she's a Klingon. It's on me, dudes had they lead on the board, but games change over time, so why even the score? Young is fed it up, learn how to step it up. Recipe shafted up, set it up, city they repped enough. Giving the rest to us, going off, so of course, they even shown or thrown it off. Treating it like a Satan when they clinging me foul, but I still got my point across. And this is gospel for the black sheep. For no rap lead, so all of you mother can sing to it. I was born to be victorious, most definitely victorious. I'm destined to be victorious. Through all I hate to display, we remain warriors. I was born to be victorious, most definitely victorious. I'm destined to be victorious. Through all I hate to display, we remain warriors. Try to overlook a rival. Competition. Now looking at an idol, you're doing long enough to pay for my attention. Try to overlook a rival, all eyes on me cause I got no competition. Now looking at an idol, you're doing long enough to pay for my attention.